Павлодаре 17-летний студент напал с ножом на своего преподавателя. Все произошло днем недалеко от колледжа, где учился нападавший. По словам очевидцев, педагог пытался урегулировать конфликт и попал под удар. По слухам, кто говорит, что он третий курс, кто говорит, что второй. То, что вот слышал, то, что он со своей девушкой поругался, зав. Отделения Айтур Анбахтярович подошел. Ну, спросить, что случилось вообще. Он сказал, пойдем, отойдем. И в спину ему нож прыгнул. Насколько я знаю, вот. В управлении образования инцидент подтвердили, а учащиеся рассказали, что в колледже сегодня усилили меры безопасности. Всех без исключения проверили металлоискателем на наличие опасных предметов. Самого студента сразу же задержали, а позже отпустили под расписку родителей. Дело возбудили по факту причинения легкого вреда здоровью. О причине нападения полиции пока не сообщает. Преподаватель, получивший удар в спину ножом, в стабильном состоянии. По словам медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает. При осмотре имелась рана правой поясничной области. При ревизии раневой канал идет очень глубоко. Но жизненно важные органы не задеты. Больной госпитализирован под динамическое наблюдение. Сейчас находится в стабильном состоянии. В принципе, с ним все хорошо.